Что, 18-18, всех приветствую. Мы продолжаем проходить, что? Биошок. Да, давно его не было, кстати, довольно-таки давно. Но возвращаем эту игру. Как возвращаем, блядь? Давно просто не было, давно не снимал просто ее, и все. Просто теперь мы вроде остановились с вами, блядь, на этом... На каком-то уже другом, блядь, острове, полуострове, я не знаю, городе, хуёте. Прочти вот этого, блядь, театрала ебучего и вот босса, так сказать, которого я угорал. Вот, и сейчас должно быть полегче, по крайней мере. Ну, конечно, какой-то другой там вроде у нас был. Город как-то беру. Я не помню, как называется, честно. Честно, не помню. Поэтому даже поудобнее наливать чайку, кофейку. Приятного просмотра, приятного чаепития, приятного аппетита кушать. Приятного чаепития, кофе пить. Одевайте плетик, Саш, поудобнее, еще раз скажу. Так, он больше ничего не забыл. Приятного просмотра еще раз, а мы начинаем. О, привет! Ночь по Патрику, короче, есть. Дробовик одна картечь, здесь 35, здесь 6. Здесь хэдшоты есть. Бля, Патриков нет, да, это правильно понимаю. Мы думали, что спрячемся тут от света, но мы ошиблись. Она еще дышит. Ну, конечно, она всего лишь ребенок. О! О, ебать. Ты смотри, что нам дают с тобой. Мне пришлось плясать вокруг этого гиббона битых 3 недели. Но в конце концов он все-таки раскололся и сказал, как убить Эндрю Райна. Создать перегрузку ядра 3. Элементарно. Осталось выяснить, что такое эта самая перегрузка. И что такое ядро 3? Элементарно для инженера. Жаль, что я-то специалист по дамским туфелькам. Что ж, посмотрим, что я вытрясу из макак в центре термоконтроля. Давай, Бась. Как это типично для всех паразитов, вечно пытающихся пролезть выше головы. Я бы объяснил, почему тебе никогда не достичь того, к чему ты стремишься. Но это все равно, что играть Моцарта «Древесные лягушки». Выжил, бля. Потрясающе! Иди сюда. Чего? Пошел ты нахуй, дядя. Я так не играю, блядь. Я, блядь, так не играю. Ну хоть что-то, блядь. Я так не играю, ну что это за хуйня? Честное слово, блядь. Что это такое, блядь? Бам, нахуй. Нет. Прямо сейчас. Ёбок, блядь. Разве ты не слышишь, как воздух входит в его легкие? Вновь открываются магазины. В школах слышны гудения юных умов. Мой город будет жить и процветать. И когда это время придет,
могилу мы разберем на плиты для тротуаров. Ты ведь не умрешь. Ты же моя деточка. Ты меня достанешь! Не усложняй все еще больше. Я всегда... Блядь, а чем мне с ней? Вот этим, блядь. Сосёшь. Блядь, не убежал, нахуй. Мне вообще похуй, знаешь. Вообще похуй. Два мутанта, я. Мне нужны патрики стоп. Слишком много. Let's go, блять, я готов. Здорово! Ой-ой, прощения. Стрелок, блядь. Хуёвый игрок, стрелок. Медная труба, спасибо за хуйню. Как всегда, блядь. Смотри, патрики у нас здесь с тобой есть. Больше нигде нет. Прикинь. А, ну здесь один только. И здесь два. Не слушайте ложь Восторг. Но другого нападение? Выхода нет. Не знаю, удастся ли остановить войну, если я убью мистера Райана. Но я точно знаю, что пока он жив, она не прекратится. Я люблю мистера Райана, но я люблю и восторг. И если надо убить одного, чтобы спасти другого, да будет так. Так, души, брат. Поебашь. Давай, ебашь, мужик, 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 вот, вот, вот. Мамочка пришла тебе. Иди, оставь меня твоими воспоминаниями. От души, брат. Погнали дальше. Ебашило. Отвлекающий маневр. Если не будете задержать...
понял. Вот именно, парень. Попробуй управиться с моими примочками. Я тебе покажу. Точно, у меня же есть кто-то хуйня. Это что, блять? Ты дохуя смешно, блядь, что ли? Ну я так и делаю, блядь. Ну let's go, ебать. Давайте. Оп-оп-оп, отсосал. Давай. Да иди ты на! Ты термит, версаль. Отъебись ты от меня, блядь. Ты видишь, что тут натворил вообще, блядь? Ебаный твой рот, блядь. Блядь, это в жопу просто видел, что ты натворил, блядь. Давайте посмотрим, что у нас патроны. Какие у нас патроны? Тут нихуя. О, болты есть. Блядь, хорошая хуйня. Как там на F8, да? Дефест, во, точно. Почти уже финальчик у нас с вами этой игры. Че, заметь, ни одной нет капсул, где восстановиться. Мужик, это хорошо, что ты здесь. Мужик, ты мне нужен. Правильно хотя бы. Давай сохранимся еще раз с тобой, бля, пиздец. Так, он мне нужен. Он мне 100% нужен. Брат, здорово. Пока не будем рисковать на его нахуй. Вот что я тебе расскажу про кибуцы и всех этих университетских умников. Они все очень умные, но только иногда ведут себя как дураки. Я ему на той неделе поставил выпить и не успел даже глазом моргнуть, как он мне уже разболтал, что код от двери его офиса — это День независимости Австралии. Теперь я преспокойно туда пробираюсь, когда надо, и таскаю
у него из кассы. Австриец ничего не замечает, а я уж ему точно не скажу. Вообще, там у них какая-то странная ерунда творится. Может, может, когда-нибудь я и наберусь смелости. О! Вали к дьяволу! Так. Он тебе поможет! Знаешь, что у меня есть? Смотри, брат, здорово! Погнали! Let's go! Ну шо, кого ты там? Брат, по тебе хуярят? Ай, да что, убиваешь, что спасешь? Ой, бля, я чисто много здесь. Где он? Где он? Давай, дура, где ты, блядь? Куда ты нахнул тебя? Грязный мужик! Чё ты так хуйня, блядь? Ладно, да, вот, спасибо за службу. Прицеп, да? Папочки, прицеп. Спасибо за службу, мужик. Очень будет угарно, если у меня, да, сейчас как бы конец просто. Все. Брат, давай, все, спасибо за службу. Отлично. Красавчик просто. Умница, да. Я же говорю, очень, очень классно. Я не признал красотку, которая сегодня заявилась в лавку. Вся из себя фигуристая, нарядная. Конечно, старалась сейчас ходить вокруг да около, но там большого ума не надо, чтобы понять. У девчонки проблемы. Она спрашивала про магнитные замки и все такое. Я пытался строить из себя дурачка, но она не отставала. Ну и, наконец, я отправил ее в лавку Кибу, который торгует инструментами. Восторг, конечно, разваливается на глазах, но иногда большая цепь все еще делает подарки. Новый физический тоник. Уход от слежки 2. Зачем сообщать им, где вы были? Последняя версия ухода от слежки позволяет с легкостью избегать внимания камер к лежению и турелей. Блять, все нужное нахуй. Ну давай, ладно, вот это. Я слышу, как ангел хлопает крыльями. Не-не-не, брат, ты че? Не-не-не. Я готова видеть сны, мистер Би. Смотрите, мистер Бабблс, Адам. Этот ангелочек как будто танцует. Че, захуярить его? Я готова видеть сны, мистер Би. Говорит, ты что, ёбло, да пошли. Это девочка-паук, пошли. А не мальчик-паук. Опа.
животик полон крови ангела. Спасибо, мистер Би. Я готова видеть сны, мистер Бабл. А посмотрим, что мы поменяли-то. Ева, сегодняшний мир гену, а, такое что-нибудь есть. Не, все хуйня, конечно. Давай накопитель Еву сюда ебанем. Потому что это залупа полная. О, бля, ярость. Вообще нехуй. Брат, я тебе не рад, не твоя. Мы с тобой только что, блядь, нормально служили, блядь. Подано просто. Давай, ебашь. Красавчик. Так. Сейчас, подожди. Let's go, ебать. Let's go. Бля, вот это вообще охуенная способность, я считаю. Да шо, кто там, блядь, нет. Ой, бля. Во всей красе. Я возглавлю парад. И люди спросят, кто это? Сосёшь ты, блядь. Кто это был? Ну шо, кто тут чё хотел от меня? Бам, бля. Вообще полсу. Ой, два папочки можно сделать. Так. Он пошел хуярить просто сам по себе. Поехали. Блядь, пизда вообще полная. Поехали, let's go. Быстрее, мистер Би. Ангелы ждут наших поцелуев. Блядь, дай-ка. Чё ты хочешь мне? Дал я вот сюда. Отстань.
как жирно-то. О. Я могу аптечку купить, а могу? Аптечку. Аптечки нам нужны 100%. Ну нахуй ты разъебала, красавчик. Просто, блять, ебать, смотрите, какой он охуенный, просто с ним реально пизда тут есть. Мутанты Райана прямо сейчас уводят эту девушку. Наверняка она одна из шпионок Райана. Ее послали, чтобы меня выследить. Думаю, она... Если я ошибся, то невинная девочка станет еще одной жертвой Райана. Но если я прав, устройство почти закончено. Я не могу позволить себе жалость, не могу. Шоколад вкуснее винограда. Шоколад вкуснее винограда. Это девочка-паук, а не мальчик-паук. Думали, спрячете от меня. Из них троих, трое лишних, трое лишних, трое лишних, там трое лишних, лишних. Я разобрался, что тут блокируют трубы. Никогда не поверишь, что это было. Чертов фермерский рынок на другом конце восторга. Я все починил и поставил новые прокладки. А что за бардак? В общем, код 0512. Если вдруг тебе когда придется там заниматься ремонтом. Если не найдем барашка... Спасибо, мистер Бабус. Пора спать, ангелочек. Его святой Господь не усложняет все еще больше. О, let's go, ты мне нужен. Давай, где она, тупая пизда будет сейчас? Не пизди меня, пожалуйста. Это что такое? Базовая оболочка готова. У меня в кабинете есть заряд нитроглицерина. Это будет катализатор. Теперь нужно 4 отрезка провода R34 в свинцовой оплетке, чтобы создать цепь. И, наконец, полбанки ионного геля для нашей красотки Бетти. Это переведет ядро в компенсационный режим, увеличит силу тока на линии и выбьет предохранитель у Райана на воротах. Теоретически. Оно либо сработает, либо снесет с лица земли пол восторга. Ну, кто не рискует... Ты же понимаешь, что ты сейчас сделал? Я разобрался, что тут блокируют трубы. Никогда не поверишь, что это было. Чертов фермерский рынок на другом конце восторга. Да. Я все починил и поставил новые прокладки. А что за бардак? В общем, код 0512. Если вдруг тебе когда придется там заниматься ремонтом. Боевой, новый боевой тоник. Увеличит бонус урона, полученного от исследования. Давай сюда его. Блять, вот это что? Mm.
чисел. Погнали. Подожди. Просто по уху на патроны, поняли? Вообще просто. Он сказал там пароль. Блять.
Дай пройти-то, ёбано. А ну, вали к дьяволу! Он тебе поможет! Помогите мне! Пожалуйста, помогите! А ну, выходи! Ты узнаешь, что я тут господин. Он умер за твои грехи, за твои слова. Не надо! Ты узнаешь, что... Придется эту хуйню сделать. Хоть сколько у нас надо. Спасибо. Малышкам никто никогда не делал добра, кроме меня. Но какой от меня прок? Ты подарил им надежду. И за это я благодарна. Я кое-что передам тебе в знак благодарности. Хорошо. Смотри, короче, нам с тобой нужно две кварты иного геля. Для здания бомб требуется две кварты иного геля. Найти его можно в Гефесте. В Гефесте это можно найти. И найти 4 отрезка R34. R34 это, короче, провода. И часть их можно найти только на трупах больших папочек. Поэтому нам придется, ребят, как бы я не хотел, нам придется с ними. Не, ну логично подумать, знаете, где может быть. Ну, наверное, просто походим. Давай! Как решается вопрос у нас теперь? Добро пожаловать на распродажу! Bienvenido al Amorito! С тобой тоже хуярится. Ну сейчас, пусть он будет с этой девочкой. Ой, давно эту хуйню не занимался, бля. Так, я себе выиграл время. Чем прилично так выиграл. А куда нам нужно? А вот туда. Блять. Так вот делаем. Пока что я себе время выиграл. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Thank you.
Так, что у нас здесь есть? Там есть аптеки всякие. Ой, как хорошо игра. Спасибо, игра, что дала такое. Мне два штук нужно эти, чтобы ты понимал. Неплохо, неплохо. О, как хорошо, дробовичок вернулся. И это хорошо. Это очень хорошо. Хорошо, где еще один? Есть? Можно тут этого черепа сохранить. Это что? Здесь один здесь был, значит второй либо внизу где-то. Либо хер его знает. Нет, там его не было, тогда на другое нашел что-то. Я чувствую что-то гадкое. О! Нет, либо где-то... Нет, здесь точно нет. Танцует на небе. Я вижу, как танцуют ангелы. Время ада. Что? Я готова видеть сны, мистер Би. Этот ангел полон Адама. Поход, блядь. А, да? Ну погнали туда, ладно. Здесь ловить больше неху. Так, бабочка, ты тут, блядь. О. Что, let's go? Я туда скоро отправлюсь с мистером Бабблсом. Он злой, злой! Кажется, злой человек ушел, мистер Би. Его свет сияет даже здесь, во мраке. Пойдемте, мистер Би. О, блядь, ты кто нас? Подожди. А, сейчас мне нужна твоя помощь. Говорит.
А девочка не с тобой? Три из четырех, ребят. Еще с каких? Еще двоих, бля. Так, еще о чем мне сколько там, блядь? Так, еще мне один, короче, иного геля нужно, и еще один отрезка 34. Ну, let's go. Сбежал. Избежал, ёбок. Я бабок, ёбаный рот. Давай вот так с тобой сделаем. Сделаем наш. Еще одну аптечку. Так правильно будет. Это против папочек вот этих ебучих. Давай стоп поищем эту хуйню. Я даже не представляю, где она может. О, ебать. Не, ну мне она не стоит того.
даже не представляю, где она может, я понимаешь? Я рот ебал, закрой, пожалуйста, спасибо. Да понимаешь, я даже не представляю, где он может быть. Но не здесь, ладно. А вот. Просто видите, вообще нету больше у меня Ева, ебать. Ну ты, конечно, прям пизда. Давай, брат. Пакет дала нахуй. Хорош. Задолжил, да. Кон съебался, блядь. Здесь я ничего больше не мог пропустить такого, блядь. Вроде нет. Ох, блядь. Все мы создаем, ребят, с вами. Взять. К ядру мимо поста геотермального контроля. Вот тогда и проверим, знали ли эти умники, о чем толкуют. Давай тут сохранимся, займем на следующую серию. Красика получилось. Ах, такая вот серийка получилась у нас с вами. Блин, интересно, смешная, конечно, больше молчал, но, блядь. Ты видел, как я их распуверил, блин. Короче, спасибо за просмотр. Все ссылочки в описании, друган канал на ваших экранах и в описании там инсайдики, все есть. А еще там есть уведомления о видео, да, когда они выходят, прям сразу же. Так что давай, подпишись, не ленись. Не можешь писать видос, как минимум, узнать что-то о моей жизни, если интересно было. В принципе, все, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши комментарий. Спасибо заранее, кто это сделал, по-моему, от души, реально огромное движение на канал. Все, спасибо еще раз за просмотр, увидимся в следующих сериях, давайте.